А потом убери эти дрова. Положи их где-нибудь за дом. Шарик, Шарик, ты куда? Кто там за кустами? Кто там? Иди сюда, тебе говорят! Опять воруют. Все грядки истоптали. Ксюх, ты чего? Кто за тобой гонится-то? Ксюша! Открой! Открой! Да что с тобой? Все нормально, у меня просто голова заболела. Иди давай. Ну что, едем? Почему так долго? Колесо на джипе менял, он у вас полгода стоял. Теперь не будет стоять. Скажите, мы к вечеру вернемся, а то 300 километров туда, 300 обратно. У меня там дело на полчаса. Вернемся. Окей. Что-то случилось? Нет. Ничего не случилось, все замечательно. Я отменяю встречу. Загоняй джип обратно. Нет, мы едем. На Крайслере. На Крайслере? Угу. У вас столько много дорогих, красивых машин, вы почему-то ездите на Крайслере. А я люблю Крайслер. Талисман мой. Две бутылочки воды, пожалуйста. Смотрите, девушку в машину заталкивают. Куда звонишь? Милиция. Не надо никуда звонить. Что это за люди были? Баранку крути. Следи за дорогой. Где моя зажигалка? Не знаю. Ну найди мне какую-нибудь зажигалку! Сама ищи. Я на дорогу смотрю, не мешай мне. Да пошел ты! Правильно говорят. Будь никем, никому ничего не говори, ничего не спрашивай, ничего не делай.
В следующий раз так и сделаю. Эй, чего? А? Ну ты чего? Слушай, ну ты успокойся, а? Ну все, ну все, ну прости меня. Прости. Я испугалась. Просто я испугалась. Все, все, все. Тихо. Все хорошо. Все. Я так испугалась. Тихо, 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 тихо. Все, все хорошо. Все, все. Прости меня, пожалуйста. Пожалуйста, прости меня. Спасибо тебе. Прости меня, пожалуйста. Хорошо, что ты у меня есть. Так, девочки, это в последний раз. Я могу с утра еще выспаться, а вам в школу нужно идти. Да ничего страшного, выспимся. Вот я и говорю, Руслан победил. Ему дали компьютер, пожали ручку. А дальше что? В смысле? Дальше он будет учиться. Я думаю, поступать в математический, в МГУ. Евгения Алексеевна, вам на облаке-то там не холодно? Не холодно, я не на облаке. Я точно знаю, что если что-то хочешь, то обязательно добьешься. Да, бьешься, бьешься и добьешься. Абсолютно верно. Я уверена, что Руслан будет учиться, вот увидите. А мы? А вы? Ну, Катя поступит в медицинский. Это ее призвание. А ты, не знаю, станешь актрисой. Она актриса, с чего это вдруг? Красивая, потому что. И характер подходящий, мне кажется, для этой профессии. Всего добьется. Все у вас будет хорошо. Получите профессию, выйдете замуж, нарожаете детей. Дурное дело не хитрое. Нарожать детей мы и сейчас сможем. Будет, будет. Да ничего у нас не будет. Мы приговоренные. Это откуда такое слово взялось, приговоренные? Зря вы с нами связались. Мне вас жалко, вы тетка-то хорошая. Ну, за тетку-то спасибо, а жалко-то почему? Потому что вы такая же, как мы. Что у вас есть? Ничего. У меня ничего нет. Интересно, у меня есть муж, есть вы. Этого мало? А дальше-то что? Всю жизнь, что ли, полы мыть и тряпками махать? Смысл? Как жить? Крутить педали. Не останавливаясь. Это если вестибулярный аппарат в порядке. А вам из детдома-то было не страшно уходить? Очень страшно. Я была совсем одна тогда. Лариса куда-то даже уехала, я помню. Женя Найденова. Я на завод пошла работать. И училась на вечернем в педагогическом. А Найденова девичья фамилия? Нет. Найденова это потому, что меня нашли. На пороге детдома. Молчаливый кулек с запиской. Девочку зовут Женя. Потом говорили мне, что я ни плакать, ни смеяться не могла еще 2 года. А замуж когда вышли? В 30 лет. Думала, что уж не выйду вообще. И вдруг появилась человеческая фамилия. Радости было, хоть отбавляй. А мать его как отнеслась? Ну как? Плохо, конечно. И я ее понимаю. Сирота с плохой наследственностью. Да при чем тут наследственность? Ну как при чем? Нормальная же мать не бросит ребенка. Именно поэтому его мать на венчание не пришла. Ну, может, и поэтому. Не знаю, не смогла. Насильно мил не будешь. А если не крутить педали? Ну, тогда можно грохнуться и разбить голову. Так что, теперь всю жизнь, что ли, их крутить? А смысл? В том, что мы вместе будем крутить эти педали. Я буду радоваться вашим удачам. Все будет хорошо. Все. Чисто. Да. Действительно все. Домой. Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету. Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту.
Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту. На прощание шаль с каймою ты нам... Жень, вы здорово поете. Спасибо, конечно, но делаю это только с вами. Давайте заново. На прощание шаль с каймою ты на мне узлом тяни. Как концы ее с тобою мы сходились в эти дни. Интересный случай произошел в США. 75-летний житель небольшого городка штата Айова Боб Кларк стал известен на всю Америку. В то утро пенсионер Кларк, как обычно, сидел в кресле-каталке и наблюдал за своим соседом. В этот день поведение соседа показалось ему подозрительным. Подозрение усилил детский крик, доносившийся из подвала дома соседа. Боб Кларк оповестил органы власти. Была произведена полицейская проверка. Таким образом был задержан маньяк, который на протяжении 2 лет держал в заточении 8-летнего ребенка. Ребенка вернули родителям, а Боба Кларка президент Соединенных Штатов Барак Обама лично поблагодарил за проявленную бдительность и активную гражданскую позицию. В Соединенных Штатах не считается зазорным донести на соседа, это принято, и любой добропорядочный американец берет на себя ответственность за происходящее вокруг него, даже если это касается личной жизни его соседей. О, молодцы! Какие молодцы! А теперь о погоде. Сегодня ожидается переменная облачность, ветер 7. Вас не было на первом уроке. Что случилось? Проспали. Успеваемость снизилась. Может быть, проблемы дома? Да у нас все супер. Завтрак, обед, ужин, зубы чистим по утрам. Все окей. Каша на завтрак. Блины с красной икрой почетным, панчетом с черной. А по ночам моете полы вместе с вашей приемной мамой, да? Моете полы – это глагол длительного действия. А мы мыли полы только один раз, исключительно по доброй воле. Бедные девочки. Отрабатываете кредиты. А я это называю эксплуатацией детского труда. Да нам пофигу, как вы это называете. Мы любим мыть полы. У нас хобби такое. Можем и у вас помыть, кстати. А ваш маникюр с тряпкой не справится. Так что нанимайте, мы хоть сейчас. А выгнать из школы вы нас не можете, мы сироты. Только с разрешения инспекции. Угу. Мишина не разрешит. Так что терпите нас, Вера Леонидовна. Хамки. Саша, Сашенька, поосторожней с песком. Не кидайся. Леночка, не качайся слишком сильно. Здравствуй, Ксюшенька. Наталья Николаевна, ты Сережу от себя далеко не отпускайте. Я сама его сегодня заберу. Да, да, конечно. Хорошо, спасибо большое. Не за что. Ребята, ребята, далеко не разбегайтесь, скоро уже пойдем кушать. До вечера. Пока. Пока. А! Че дрожишь-то? Я тебе не съем. Уходите! Совсем ты меня забыла. А ведь раньше папкой звала. Уходите, я сейчас кричать буду! Так, что у тебя тут? Соль, сахар, масло, сигарет нет? Чё ж тебя новая папка за сигаретами-то не посылает, а? Берите все! Чего от меня Сережу прячешь? Он болеет! Врёшь, он играет, я сам видел. Что волчонком ты смотришь, а? Приведу я вам Сережу, отпустите у меня! У мамки папки деньги есть? Не знаю. Так узнай, да побыстрее, твой отец с голоду пухнет, а она не знаю. Принеси мне деньги. Да мне же больно! Куда? Сюда принеси. Да отпустите меня, мне некогда! Ладно, сам тебя найду. Благо, далеко ходить не надо. Катя! 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 Кать! Катя! А! Отстань от меня! Кать, ты чего? Это же я! Не подходи ко мне! Отстань! Кать, ну что с тобой? Кать, ну ты чего? А? Кать!
Я испугался за тебя. Очень-очень испугался. Сейчас все пройдет. Почему ты боишься? Горела квартира. Нас с братом вынесли. На мне было очень много тряпок, они тлели, и запах был такой противный. А потом я умерла. Как это умерла? Кома? Не знаю, что это было. Умерла, улетела куда-то. Рядом со мной был брат, Борька. Он сказал: «Кать, мне тут хорошо. И тебе должно быть хорошо». А потом взял меня за руку и сказал: «Смотри, вон Мишка. Он обгорел. Его сейчас выкинуть не жалко. Иди возьми его». И что дальше было? Ну, дальше я пошла. Взяла Мишку, у него лапа сильно обгорела. Отдала брату, он так прижал. Друга спасал. А Борька? А Борька умер. Катя, я тебя люблю. Очень-очень люблю. Артем, если со мной что-то случится, ты меня бросишь? Да ничего с тобой не случится. И все-таки? Какая ты у меня глупенькая. Я тебе говорю, мы теперь с тобой всегда будем вместе. Не обижай меня. Да я за тебя убью. Не надо никого убивать. Просто если ты не будешь знать, что делать, ты закрой глаза и скажи: «Катя, я приду и все сделаю. Правда, все». Катя. Артём, мы пришли. Мама. Артём, ты дома? Предупреждаю, в шкафу прятаться не буду. В окно прыгать тоже не буду. Сынок, отвечай. Да, мам, мы дома. Мам, мы ничего. Привет. Здравствуйте. Артём говорил, что вы печете отличные пирожки. Я бы с удовольствием попробовала, но не могу. Дела. О, у нас гости. Здравствуйте. До свидания, рада была познакомиться. Я провожу. Какой ты у меня сильный, отважный, смелый. Еще синонимы подбери. Кать, хватит издеваться. Я не испугался. Я просто первый раз попал в такую ситуацию. Mm-hmm. Убить за меня можешь? Да они тебя нормально встретили. Ты им понравилась. Закрой глаза и скажи: «Катя». Ладно. Катя. Катя! Притащил ее к нам в дом. Ну и что? Куда ему ее тащить, девчонку свою, в подъезд? Ты знаешь, кто это? Это Катя детдомовская. Из семейного дома. Красивая девочка. Они спят. Ты меня слышишь? Рановато начали, согласен. Время такое. А если они? Ну что если, что если? Не волнуйся, они сейчас умнее нас с тобой. Ой, я не могу. Перестань, что ты драматизируешь? Борщ. Плов. Кисель. Пробу снимать будете? Мы собирались там убраться в субботу. Валентина Семеновна, что случилось? А швейная машинка Веритас где? Я ее не вижу. Швейная машинка Веритас. Я ее тоже не видела. Вы же за нее расписались. У вас была инвентаризация? Была. Ну? Расписывалась. Швейная машинка. Стиральная машинка. 4 комплекта пуховых одеял. Принтер, сканер. Автомобиль BMW.
яхта и маленькая железная дорога. Между прочим, компьютер нам подарил Прохоров. Это подарок спонсора. И ни принтера, ни сканера у нас не было. Я их не видела. А когда расписывались, тоже не видели? Подмахнули и все? Ну, здесь же 90 номинований. Ну, вы сами посмотрите. Мы подписывали за какие-то ложки. Мельхиоровые ложки. Скол есть, нет. Ну, естественно, я все не могла уследить. Вы ничего не продавали? Продавала. Старую стиральную машинку. За 100 рублей соседу. Он в ней навоз хранит. А вот купили. Новую. В кредит. Надо было запротоколировать и отнести в инспекцию. Это ж казенное имущество. Должны были. Но я не успела. Первый же день, сами понимаете. Евгения Алексеевна, это работа, это не ваш дом. И вы за каждую вилку несете материальную ответственность. Я поняла. Муж вам помогает? Ну, конечно, помогает. Он устроился на работу, между прочим, хорошо оплачиваемую. Через 3 месяца мы отдадим полностью долг. Нерационально ведете хозяйство. Ну, понятно, опыта нет. А вы считаете, что тех денег, которые вы даете на детей, достаточно, чтобы вести хозяйство? А вы поэтому девочек заставляете по ночам работать? А они не высыпаются, и успеваемость у них снизилась. Да, было дело. А если бы ваши дети были? Если бы мои дети были, то, конечно, бы я их не заставляла работать по ночам. Как вы думаете? То есть ко мне заглядывают. В кастрюле. Один раз, между прочим, девочки мне помогли. И теперь весь город будет говорить, что я наживаюсь на сиротах, что они работают на меня. Когда-нибудь закончится этот контроль надо мной. Я постараюсь, чтобы вам не досаждали. Но заткнуть рот людям не могу. Так давайте я заткну. Скажите, кто это написал? У меня получится. Да этого еще не хватало. Начнете счеты сводить. Женя, я вам сочувствую и одно могу сказать. Терпите. А если у вас не хватает сил... То что? То вы найдете других приемных родителей? Нет, этого не будет. Я никуда из этого дома уже не уйду. Это мои дети. Будете с нами обедать? Привет, Жень. Здравствуйте, Валентина Семеновна. Здравствуйте. Поздравьте. Руслан. Меня в математическую школу приняли. Сам профессор, доктор математических наук Епифанцев, прислал мне письмо. Сказал, что я очень одаренный, перспективный. У нас плов? У нас плов. Садись. Я тебе положу. Между прочим, этот плов готовила Ксюша сама. Первый раз в своей жизни. А руки мыть? Ну ладно, мне пора. Приходите к нам почаще. У нас все хорошо. Одна большая, дружная семья. До свидания. До свидания. До свидания. Василий Петрович! А? Заходите. Ну что, убедились? Спасибо за бдительность. В Америке принято обо всем докладывать полиции. А здесь не Америка. Василий Петрович, вы почему скупаете казенное имущество? Не понял. Вы купили стиральную машину. Никогда. Хоть весь дом осмотрите. А Евгения Алексеевна сказала, что продала машинку вам. Ну, продала так продала, а я тут при чем? Это что? Это агрегат для опыления. Василий Петрович, если вам машинку не продали, может, вы ее украли? Вы что, мне угрожаете? А жалуйтесь на меня. Кому? Бараку Обаме? Кошмар, ужас. Черти, что делается.
Женя? Здравствуйте, это Прохоров. Хотел бы с вами встретиться, поговорить. По делу. Я много думал, и вы, наверное, правы. Я много своих проблем решаю за чужой счет. Я вам перезвоню. Ну, перезвони, перезвони. И самое главное, не забудь рассказать ей, как ты заставила меня уволить ее из школы. А теперь, значит, ты пытаешься помочь Евгении Алексеевне? Ну, как-нибудь сам разберусь. А ты знаешь, есть люди, которым не надо помогать. Им только палец дай, они всю руку откусят, как нищие на паперти. Mm. Ну, извини. Может, я погорячилась? Петр Сергеевич. Да. Куда чемодан-то девать? А что ты так удивляешься? Мы же, по-моему, с тобой договорились, что я к тебе переезжаю, у меня ремонт. Просто через неделю приезжает Андрей из Англии. Ну, ничего страшного. За неделю всякое может произойти. Кухню отремонтируют. Я уеду. Неси наверх. Так там еще два чемодана и коробки. В комнату на втором этаже. Слева. И коробки? И коробки. Девочки, вы как-нибудь без меня разберитесь. Ладно? Стелить-то вам где? Там же, наверху. И вообще, я вас хочу предупредить, я приехала сюда надолго. Дим, да. Ну и кто звонил? Димка. Сказал, что повез хозяйку в город будет поздно. И всегда надо верить. Как жить тогда? Проверять. Зачем? Чтобы знать все. Ну зачем знать все? Чему быть, тому не миновать. Зачем же торопить события? Торопить, может, и не надо. А вот предотвращать обязательно, чтобы потом не обжечься. Надо спить чашу до дна. Первый раз пронесут мимо, второй раз отвернешься, третий раз выпьешь до дна. А я не буду. Я вот как возьму, как трахну по этой чаше, и все и разольется. У Бога рука крепкая. Курила? Ага. 3 сигареты. Вот влюбишься, будешь целоваться с любимым человеком, а тебя как от пепельницы. Вот когда влюблюсь, тогда и буду думать. А ты не волнуйся. Никуда твой Димка от тебя не денется. Слово даю. Никита, ты чего? Мысль гоняю по пространству. Если он еще не изменил, то скоро изменит. Венчались на всю жизнь. Когда венчание было, кольцо упало. А бабка сказала, примета плохая, к разводу. И что ты теперь собираешься делать? Вот. Слушай. Смотри. Димочка, мы плохо поговорили с тобой. Я очень переживаю. 3 ночи не спала. Ты пишешь мне, что тебе тяжело, что ты и сам не рад, что ввязался в эту историю. Семейный дом, венчание – бред. Одно радует, ты работаешь у Карины, и, возможно, это изменит твою жизнь. Что значит изменить твою жизнь? Надеюсь на это. Ну-ка, дай. Бедный мой мальчик, ты совсем запутался в жизни, надо что-то решать, пока ты молод. Не успеешь оглянуться, а жизнь позади. Целует твоя мама. Женьку жалко. Сволочь.
Ну и офис. Слушай, мы правильно идем? Да вроде да. Туда? Наверное, туда. Девочки, мы никого на работу не нанимаем. Вакансии кончились. Нам нужен Соколов Дмитрий Сергеевич. Да? И что вы от него хотите? Справку с места работы. Алименты не платит, скрывает трудовые доходы. А, вы эти, приемные. А его нет. Где он, не знаю. Когда будет, не знаю. Когда вернется, не ведаю. Пошли. Ну и что делать будем? Ждать. Глупо. Что-то мне нехорошо стало, голова болит. На, выпей воды. Я нутром чую, что здесь что-то не так. Это ж какая должна быть работа, чтобы мужик под утро домой возвращался? Нам-то какая разница? Ну даешь. Сама ж говорила, надо крепить семью. Стой. Подожди, кажется, это ее машина. Точно, Каренина. Ну, могла бы иметь тачку-то и покруче. Она здесь. Подождем. Я пока перекурю. Только надо подальше куда-нибудь отойти, а то Димка увидит, снова в Минздрав начнет играть. Пойдем. На дрове дрова, вся братва в дрова. На дрове трава, вся братва в дрова. Вся братва в дровах. Жень, да все нормально. На дворе да трава. Да я посижу с ребятами. Вся братва, угу. Ну, давай. Дрова. На дворе дрова, вся братва в дрова. У меня получается, тетя Ларис. А если ты еще начнешь петь, у тебя еще лучше получится. Ну, чего ты мычишь? Ты говори быстрее. На дворе дрова, вся братва в дрова. Вот. Полный рот дикции. Сидеть, когда я приду, чтоб ты рычал. Угу. По какому поводу гуляем? Что за шмон? Что это мы ищем в родительских закромах? Ну-ка, убери-ка все. Тебе надо, ты и убирай. Я тебе не Макаренко, ты поняла? Со мной эти ваши сю-сю-масю не проходят. Карманы выворачивай. Но! Че ты к нам ходишь? Че ты шпионишь за нами постоянно? Мы уже не маленькие, это не твой дом. Я сказала, карманы! Ну! Все? Мне очень нужны деньги. На мороженое. Я не люблю мороженое. И конфеты я тоже не люблю. Воровать там, где ты живешь, это очень плохо. Мне правда нужны деньги. Очень нужны. Только Женьке не говорите. Она тебе не Женька, а Евгения Алексеевна. Поняла? Не скажете? Обязательно скажу. Да ты дрянь, дрянь! Бедная Женька. Карл у Клары украл кораллы. Я рычу, Лариса, ты заметила? Молодец. Давай помогай. Серый, а ты не знаешь, зачем Ксюшке понадобились деньги? А зачем людям деньги? На хорошую жизнь. Как говорит Никита, грамотный ответ. Офис, секретарша. Раскрученная тетка. Интересно, сколько ей лет? 35 плюс-минус 3. А ты откуда знаешь? Сама посмотри. Прошу вас, сэр. Не, ну что. Ой, ну как хотите. Клёвая яга. Куда уж нашей Женьке-то до неё? Мне кажется, Дима нам будет не рад. Не суетись. Интересный фильмец. Досмотрим до конца. Смотри, Димон смущается. Застенчивый. Ну, конечно, не привык налево-то ходить. Как говорит наш Сережа, чичи-гага-яху. Что означает...
Руби, Женя, концы. Димон уходит в свободное плавание. Только, Женя, не вздумай ничего рассказывать. Мы с тобой ничего не видели. Девчонки, вы кого ждете здесь? Дядю Диму, шофера вашей хозяйки. Он обещал нас по городу покатать и шоколадку купить. За шоколадками в другое место идите. И чтоб вас здесь больше не видел. Все, все, харе, уходим. Не так пугаю. Спасибо, дочка. Дай бинт. Кончились. Сходи, принеси. Чего принести? Бинты принеси, я что, не по-русски говорю? Да. Сейчас, минуту, подождите, сейчас я приму, угомонитесь. Да что с тобой? Так, спокойно, не волнуйтесь. Так, так, так. Все смотрим. Давайте в очередь. Все примем, не волнуйтесь. В порядке очереди. Кого перевязали, отходите, не толпитесь здесь. Кать, как ты можешь с этими? Тут же вся медицинская энциклопедия. Сифилис, чесотка, туберкулез. Зачем оно тебе все? Слушай, иди в кафе сходи. Кофе попей, я тебя потом найду. В кафе? Да я к этим кафе на вокзале близко не подойду. Как представлю, что бомжи там крутились. Катя Строева! Сколько можно ждать? Иду! Ты же видишь, какая иду. Очередь! Иду! Борис Григорьевич, да. А вы Гошу видели? Он ушел с вокзала. По-моему, на склады, но я не уверен. Я видел его последний раз, он был очень плохо. Когда вы это видели? 3 дня назад. Дно у кастрюли мой. А кто видит-то? Я вижу. А Димон-то приехал сегодня утром. Он работал. А ночевал где? Он работал, я неясно ответила. Вообще-то я был в командировке. Это раз. 300 километров отсюда. На этот случай у фирмы имеется служебная квартира. Это 2. И она тебе нравится, это 3. Кто нравится? Жизнь нравится. Милый мой мальчик, ты совсем запутался в жизни. Надо что-то решать, пока ты молод. Не успеешь оглянуться, а жизнь-то позади. Ну-ка, пойдем, выйдем. Ну-ка, пойдем, пойдем. Погоди секунду. Ну-ка, пойдем, пойдем. Выходи отсюда. Пойдем, пойдем. Ты что, читал чужие письма? Ты наш папа. А это твоя мама, значит, наша бабушка. Разве она нам чужая? Это наше письмо. Слушай, тебе 16 лет. И ты даже не знаешь, что нельзя читать чужие письма? Хватит жужу, Дима. Какой я тебе Дима? Какой я тебе Дима? Что ты хочешь? Ты цацкался с этой Кариной, а потом пишешь маме. Что мне делать? Да как мне быть? Куда мне голову склонить? А-а-а. Ну, что ты хочешь? Скажи Жене, что ты ее разлюбил. Что ты вмешиваешься? Что ты лезешь, куда тебя не просят, а? Что ты вообще понимаешь в любви, а? Не шипи на меня. Любите друг друга, а сами... Что? Отойди, от тебя воняет. Слушай, ты, руки не распускай, а то я с тобой церемониться не буду. Что у вас происходит? Нет, все хорошо. Просто папа Дима меня за грудь трогает, а мне щекотно. Ужас, кошмар, что делается. Все подглядываете, да, Василий Петрович? Есть на что посмотреть. У нас отберут детей? Так поступил сигнал. Да какой сигнал? Это сигнал. Добропорядочный сосед швец – мерзость. Приемный отец пристает к дочери.
Как я должна на это реагировать? Да это чушь собачья, я бы первая это заметила. А матери чаще всего этого не замечают. То есть я теперь должна жить на вулкане? Кто угодно может написать черти что, и вы будете на это реагировать. Обязана реагировать, работа у меня такая. Никто еще не говорил, что профессия приемной матери легкая. Это не профессия, это моя жизнь. Час от часу не легче. Женя, ну разберитесь с этим сами. Потому что если официально будем с этим разбираться, мало никому не покажется. Извините. Я сорвалась. Я не права. Просто нет сил. Я не жалуюсь, просто нет сил. Я разберусь. До свидания. До свидания. Ксюша ворует. Ты понимаешь? Ау, ты сейчас где? Ты меня слышишь? Я тебе говорю, у тебя воровка в доме. Я слышу, слышу, не кричи. Нет, Жень, по-моему, ты ни черта не понимаешь. Надо пресекать это сейчас, пока ей 12. Через год уже поздно будет. Димка пристает к Никите. Чего? Сексуально домогается. Швец написал заявление, жалобу. В отдел опеки. Я сама читала. Да. Пришла беда, твори ворота. Димка вообще что, рехнулся? На малолеток потянула. Кто рехнулся? Димка? Ты что, смеешься, что ли? Это же швец написал. Ты что, швеца не знаешь? Нет дыма без огня. Ты что говоришь? Жень, из ничего не будет ничего. Он мужик, а Никите 16. Девушка в самом соку. А может, ты просто не заметила? Так, до свидания. Ну ты что, обиделась? Нет, правильно говорят, что если хочешь сохранить друзей, не откровенничай с ними, пока. Жень! Дим, ну Дима! Я говорю, домой, 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 все. Дима, ну я прошу тебя! Дим, ну куда ты? Ну что ты задумал? Ну куда? Домой, домой. Все. Зачем же это сделал-то? А? Что сделал? Старый ты хрен. А ты что, не хватал девчонку за грудь? А ты видел? Видел. И девчонка все рассказала. Это чего она тебе рассказала-то? Запомни, отольются кошки, мышкины слезки. Запомни. Значит так, завтра пойдешь в инспекцию и скажешь, что ты это написал по злобе по-человечески. Ну что? У ней такая маленькая грудь. И губки-губки алые, как маки. Ах ты старый ты хрен. Уходит капитан в далекий путь. Осталась девочка из Нагасаки. Подлец. Сволочь. Он, видите ли, видел, как я Никиту за грудь трогал. Дим, это было? Ты что, с ума сошла? Нет, конечно. Еще не хотел, чтобы ты про меня так думала. Вот спасибо. Молодец. Слушай, что-то происходит, а? Да, Димона колбасит. Граждане, спокойно. Вот он, подлец. Хватайте же его, арестуйте.
Это ведь беспредел, да какой просто беспредел? Псих! Ворвался ко мне в парник, все да к черту тихо. Переломал! Меня избил! Посмотрите на меня! Подлец! Так, спать! Быстро спать уходите! Ага, спать! Здесь такое мочилово! Братан, за что Димона-то в кучу? Так, вас еще не хватало. Идите от греха подальше. Нет, 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 товарищ майор, пусть она остается. Расскажи, кто к тебе приставал? Ну, расскажи. Сидеть! Сидеть! Так, интересный фильмец. Ну! Ну, скажи честно! Да ничего я не скажу! Говори. Кто? Ты! Чего? Чего она мелит? Прохода не дает. Такой приколист. Ты что, с ума сошла? Чего ты ему на ухо шепчешь? Да ладно. А он мне картинки разные показывал. Я пытался с ним поговорить. Молчала бы. Вообще, девочки только во двор, а он тут как тут. Во дворе. Сговорились, хор лжецов. Господи. И тогда мне пришлось рассказать папе Диме. А папа Дима меня защитил. А вы? Что бы вы сделали, если бы вашу дочь так? Мы готовы подписаться под каждым словом. Как вам не стыдно? Давайте мы подпишемся. Пионеры. Так, так, так. И кто из вас врет? Вот черт. Я... Честно скажу, помяли к чертовой матери мой огород. В гневе написал заявление. Бес попутал. Так. Все понятно. Вот этого забирай. Как этого? За что пошли, меня забирать? Пошли. А вам товарищ спасибо. Начальник. Но в следующий раз нужно сразу же ко мне подходить. А не звать папу. Черти что, устроили? Привыкайте к нашему дому. В Америке за такую бдительность награды дают. В России, понимаете? Ну, когда не получишь награду в виде штрафа. За болтовню. Какой штраф? Я же ни в чем не виноват. Бабло с соседа строит заложенный вызов. А вы видели его физиономию вообще? Классно моего. А вы, Дмитрий Сергеевич, могли бы и спасибо сказать. Из кутузки вас вытащили. Так, ладно, хватит, пойдем спать. Ну что, соврали? Цель оправдывает средства. Ну, молодцы. Хорошо порезвились. Понравилось? Ну, мы же правильно сделали. Да пусть спасибо скажет, что мы ему бошку не открутили. Не смеши. У нас в детдоме была воспитательница. И мы написали на нее донос. Кто-то написал донос, что она бьет детей. Она их не била. Она их не любила, но не била. С нас три шкуры раздирала. У нас такая же была. Заставляла нас полы мыть, унитазы драить. Но не била. Ласковых слов не говорила, но не била. За требовательность не увольняют. А мы все как один сказали про ее зверство. Ее уволили. Через месяц она умерла. От тоски, от обиды, наверное. От обиды, что орать не на кого стала? Швец от тоски не умрет. Не умрет, я согласна. Но ты понимаешь, что мы все вместе сейчас совершили подлость. Вы это понимаете? И не важно, ради чего мы это делали, кого мы оговаривали. Ясно, Никита? Подлость. Чичигага. Чичигага. Чичигага, чичига. Чичигага. Чичигага. Чичигага, чичига. Чичигага, 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 прогачи. Чичигага, 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 гачи. Чичигага, 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 гагачи. Чичигага, 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 гагачи. Чичигага, чичигага, гачи.